Пора писать письма Деду Морозу. В Челябинске появились бланки для заказа новогодних подарков. Такая акция проводится уже в пятый раз. За несколько месяцев до самого почитаемого в народе праздника у сказочного героя можно просить игрушку для ребенка или сувенир для взрослых. Клиент заказывает у нас в отделении эту услугу, заполняет бланочек, ему выдается на руки квитанция, и затем этот подарок формируется и присылается клиенту на адрес. Посылку можно получить и на почте. Подарок будет красиво упакован, а открытка подписана самим Дедом Морозом. Организаторы говорят, что писать письмо сказочному старику становится традицией. Год назад презенты от снежного героя заказали более 6 тысяч южноуральцев. Впрочем, новогоднее волшебство – удовольствие не бесплатное. За зимнюю сказку придется выложить от 120 до 800 рублей. Заказ можно оформить в почтовых отделениях до 22 декабря. В этом случае игрушки и сувениры адресаты получат в канун праздника.